Друзья мои, все хорошие, приветствую. Сегодня я буду готовить лечо из перца болгарского, томата, лук, морковка, чеснок, сахар, соль, уксус и крахмал. Приступим. Томаты предварительно очистить, кожицу снять. Перец можно нарезать соломкой, кубиком, как хотите. Морковку соломкой обжариваю в первую очередь. Морковь, лук. Далее идут помидоры, перцы и специи. Добавила укроп, сельдерей, сушеный черный перец, молотый красный, можно острый чили. Итак, у меня лечо проварилось полчаса. Раскладываю я по баночкам. Заметили, да? По густоте меня устраивает. Я крахмал не стала добавлять. Красивый цвет. Перца не потерялся. Я рассчитываю на 3 баночки. Сначала гущу раскладываю, потом жидкость. Такой красивый получился цвет.